Привет, Украина! Прошу прощения, что не смог приехать сам. Съемки, знаете ли. В Украине прошла первая в мире собачья пресс-конференция. Спикерами на беспрецедентном мероприятии стали 5 бордоских догов из группы поддержки Скуби, герой всемирно известного сериала. Они сообщили, что новый сезон Скуби-Ду выйдет в эфир уже 18 сентября на канале Cartoon Network, который доступен в пакете спутникового телевидения Viasat. Собаки охотно отвечали на вопросы журналистов лаем и трюками, а на человеческий язык их переводил представитель Viasat Василь Бородчук. Якість зображення, яку передає Viasat, що Скуби-Ду даже нагадав на мій